Боже, что со Степашкой? Не кликай! Это кликбейт и, возможно, фишинг. Это еще что? Кликбейт – это контент, побуждающий переходить по ссылке, например, сенсационные заголовки и красивые картинки. Его цель – собрать как можно больше просмотров. Поэтому такие заголовки обычно неинформативны и допускают ложь. Опознать кликбейт можно по следующим признакам. Заголовок интригует, но не раскрывает суть новости. Используются местоимения «этот», «эти», а также обращения на «ты» для создания ощущения диалога с читателем. Авторы кликбейта играют на эмоциях. Читателю бросается вызов, а в тексте появляются необоснованные многоточия, вопросительные и восклицательные знаки. Авторы заголовков используют яркие эпитеты, преувеличения и разговорные выражения, а также неполные предложения, передающие удивление или восторг. Еще они любят использовать повелительное наклонение. Обещают легкий заработок, бесплатные товары или раскрытие выгодного секрета. Это могут быть и ложные упоминания о смерти или несчастьях, якобы произошедших со знаменитостью. Еще один вид кликбейта – привлекательные или шокирующие фотографии в превью. Все это делается для того, чтобы привлечь посетителей на сайт, накручивающий просмотры рекламы, или даже на вредоносный ресурс, который распространяет вирусы или похищает конфиденциальные данные. Помни, что кликбейтный заголовок никогда не выполняет обещаний. Все, что можно получить, кликнув на него, это разочарование –